Конечно, когда уходит человек, понятное дело, что организм перестраивается. И, наверное, вот тот поезд, который он разогнал, он просто идет по рельсам, тем рельсам, которые он уже проложил. И сейчас то руководство, которое у нас находится в лице Валерия Викторовича Гришко, Валерия Сергеевича Милешина, это же те люди, которые с ним работали, поэтому атмосфера остается та же самая. И остались те же артисты. Поэтому вот благодаря этому вот держится эта атмосфера. Приходят новые люди и попадают в эту атмосферу. Мы стараемся передать эту атмосферу тем людям, которые вновь пришли в театр. Чтобы они поняли, что все-таки мы семья, несмотря ни на что, вопреки всему. Шутки, естественно, не без этого. Ну, потому что мы, как любой организм, мы живые, мы любим смеяться, мы любим веселиться. И, ну, иногда, конечно, зритель этого не видит, мы иногда это делаем на сцене. Мы потруниваем друг над другом, ну, так очень деликатно и легко, чтобы зритель не увидел. Но, знаете, когда появляется такая некая, такой момент юмора внутри спектакля, неожиданного, то все равно спектакль идет тоже немножко для нас по-другому. Хоть как правильно мы говорим, что каждый спектакль всегда разный, но он еще и для нас становится немножко разным. Зритель этого не видит, он этого не заметит, но мы друг для друга делаем некие шутки. И иногда весьма такие, что доводит это до раскола на сцене. Есть такой, да, творческий термин, как раскол на сцене, когда артист просто не может сдержать там улыбку, смех и поперек роли отворачивается от зрителей, делая вид, что он, значит, там, задумался, а он просто стоит и смеется, потому что не может держать смех. Не знаю, насколько я удивил окружающих, я, наверное, больше удивил себя самого от тех, наверное, каких-то скрытых возможностей, которые я раньше не использовал, потому что в том же самом спектакле «Холстомер» или «История лошади» мы вдруг, я для себя неожиданно открыл, что я могу перепрыгнуть через хореографический станок. Ну, во всяком случае, я никогда этим не занимался, никогда не занимался вплотной хореографией, но тем не менее оказалось, что режиссер скажет, а актер прыгнет. И все то, что дается здесь, это настолько интересно и сложно, что хочется это пробовать. И чем больше дают, чем сложнее, тем сильнее хочется попробовать. Я очень надеюсь, что все то, что мы здесь делаем, оно имеет отклик прежде всего у зрителей. Если они откликаются на то, что мы делаем, значит, мы, наверное, идем в правильном направлении. Особенно за последние несколько лет я научился слышать и слушать. То есть, когда мы слушаем друг друга даже в жизни, это не факт, что до нас доходит все то, что до нас пытается донести партнер. А тем более, когда это происходит на сцене, это все равно же условия такие, ну, определенные, нежизненные. И вот насколько нужно внимательно и по-настоящему услышать артиста на сцене, вот это, наверное, самое интересное, и чему мы сейчас продолжаем учиться в постановке, в новой постановке «Ты мой сад» за «Три сестры». Потрясающая, конечно, вещь, и, наверное, вот этому ты не перестанешь учиться никогда в своей жизни. В актерской, во всяком случае.